И показал, как бы исторические личности выглядели бы в наше время. Бля, нихуя, ладно, окей, давайте посмотрим. Давайте прям с этого и начнем. Hello, guys, and welcome back to Mystery Scoop. An artist uses AI tools to create a modern version of his... Мне не интересно это, Wetcom. Historical figures. Бля, поменьше пиздежа, чувак. Have you ever wondered what historical figures might look like if they lived today? Блять, вот такие самые лучшие видосы, это когда долбанный чувак, который ведет канал, заваливает свое ебало, блять. И просто нам начинают показывать, как это выглядит, блять. А не его вот эти, а ща мы посмотрим, бля. Да и так понятно, заебал, блять. Well, a digital artist named Hidrelli from Brazil had a similar question, and he used modern AI tools to figure it out. Okay. That should be coming. He created a realistic depiction of some of history's most iconic figures, capturing their main facial characteristics. Бля, вот это, конечно, похоже, блин, да? Characteristics. While keeping in mind that if they lived in this day and age, modern lifestyle would have created a slightly twisted. Бля, ну что, мне кажется, здесь он выглядит гораздо хуже, блядь, чем тут. Тут как-то получше. Let's have a look at a few amazing examples of his work with a little AI animation thrown in the mix. Да давай, блядь, ты заебал. Ну, хуй знает, блядь. Да даже по скулам, ну, как бы не ебу, блядь. Чё-то как-то нет. Юлий Цезарь, блядь, да чё-то не похож нихуя, блядь. Ну, чутка, но... Но определённо это, ну, просто чутка, типа, окей. Несерьёзная хуйня. Бля, ну этого под этого просто любого жирного возьми, блядь, с бородой, и все будет похоже. Генри VIII. Просто любого жиробаса бери, блядь, с бородой, и все. Но вот здесь, конечно, трудно понять, похож или нет, извините меня, блядь. Это что-то на уровне... Это что-то на уровне я, блядь, там, в каком-нибудь, нахуй, 5 веке до нашей эры. Такой... Чувака какого-нибудь, властителя, блядь, короче, рисую. И такой... Вот. А потом, блядь, а потом, короче, его воспроизводят в реальность. Просто любого хуя подставь, блядь, который улыбается. И он будет похож. Почему на экране 3 стримера? Похож. Бля, ну здесь хз вообще непонятно. Бля, Жанна Дарк, ну такая была, конечно. Такая себе, блядь. Или это не она? Жуану Фарк. Жанна Дарк. А почему Жанна Дарк, когда Жуану Фарк? Кстати, а реально, почему Жуану Фарк, а мы говорим Жанна Дарк, блядь? Когда Жуану Фарк. Типа, блядь, мы что, долбоёбы необразованные, блядь? Жуана Дарк. Жуана Арк. Жуана Арк. Надо говорить правильно. Жуана Арк. Жанна Арк. Жанна... Жуана Арк. Жанна Диарк, блядь. А Ди, это значит, не боящаяся смерти, если что.
Дио, блядь. Ливия Друсилла. Бля, хуй знает. Вот здесь она какая-то, ну, какая-то не вот по-другому, блядь. Какая-то более жирная, что ли, понимаете? Такая какая-то. Шея у нее тоже видно жиробасная, блядь. Вот тут скульптор даже специальные складки прохуярил, блядь. Ну, чтобы максимально похоже было. То есть она была какая-то явно не такая. Мне кажется, здесь она выглядит лучше. Типа, это опять фейк, блядь. Ну, к тому, что... Это понимаете, это вот просто, блядь, знакомишься с девкой, блядь, в Тиндере. Вот в Тиндере, блядь, щелкаешь фотки в Тиндере, такая. Она там, в Тиндере у нее там адрес на свою инсту. Ты заходишь на инсту, блядь. Такой, блядь, ну... Окей, встречусь, блядь. Встретились. Как бы... Справедливости ради, пацаны делают то же самое. То же самое, блядь. Абсолютно. С тачками, с другой хуйней, блядь, максимально имитируют свой темп жизни, там, пару фоток, как он отдыхал, там, 2 года назад в бюджетном отеле в какой-нибудь стране, блядь, еще что-то там фоткается на фоне этого, типа, знаете, типа ритм жизни. Такой фейковый. Я путешествую, люблю там делать то все, как бы бла-бла-бла. То есть я такой вот, такой постоянно развиваюсь. Такой постоянно, блядь. Постоянно что-то делаю, блядь. А по факту, блядь, сидит, блядь, в доту долбоёб играет, блядь. Один раз, нахуй, накопил выход куда-то. И все, блядь. А развитие, нахуй, это просто наизусть знает стоимость предметов, блядь, в лесной лавке. В принципе, на этом как бы все. Спасибо, Pepsi War. Спасибо огромное, ребятки, спасибо за поддержку. Когда-нибудь я выведу эти деньги, блядь, и стану миллиард квардер мордером. Угу. И будет вообще пиздец. Ква-ква, блядь, стример жаба, блядь. Не, бля, как жабы, блядь? Погоди, а как жабы... Бля, сука, вот это вопрос охуенный просто. Пиздец, 32 года, какой же ты долбоёб. Звуки жабы. Она как будто говорит... Она говорит не ква, а ва, ва, ва. И вообще, она как будто, бля, пиздец, она как будто срать хочет, просто. Бля, короче, пиздец, жабы сложные создания, я не смогу их спародировать, блядь. Большое спасибо, Red Arch, за 10 подарочных, и Кирифапса за 2. Ребята, за шо вы закидываете это, блядь, за шо вы? Вы издеваетесь! Вы донатите деньги через Twitch, чтобы я не смог их снять, типа, смотри, стример. Смотри, стример, мы даем тебе деньги, чтобы ты мог не работать на заводе. Ты же не можешь их снять. Ну, когда-нибудь ты их снимешь. Когда-нибудь, да, стример. А пока все-таки придется поработать на заводе, блядь. Когда-нибудь, да, если снимешь, да. Ну, короче. Раскусил, да пиздец. Короче, пока хуйня одна, нихуя не похоже, блядь. Я понимаю, что там, как бы, тут скульптуры, и они там имеют погрешности, бля-бля-бля. Но на самом деле... Во, блядь! Вот здесь я даже соглашусь. Правда, хули он лыбится, блядь. Но вот здесь, блядь, да. Вот здесь реально, да. Вот, наверное, первый, где я соглашусь, что нормально, блядь. Более-менее, прям, нормально. Ну это то, что борода там и всякое такое. Нихуя себе, блядь, сосочка ебаная. Ну, кстати, тоже похож, походу. Нихуя, блядь. Спорим, его трахали на приемах всякие, этого Антониуса. Его звали, блядь, сто пудов там к Цезарю во всякий сенат, блядь, чисто развлекаться. Он там напитки разносил, а его потом трахали.
Ой, блядь, вот это, конечно, да. Вот она, Мария, да, Мария. Она, конечно, была такая себе, блядь. Ей повезло, что у нее была власть. Она могла наложников, блядь, брать. Потому что в противном случае... Хотя, блядь, вот знаете, в противном случае, вот женщине, конечно, просто пиздец как везет. Я уже, вот знаете, вот даже походами в разные места словил себя на следующем подтверждении, что на любую бабу есть спрос. Это просто поразительно. Но даже если она прямо неухоженная, толстая, такая прям вообще ни о чем, сука, ее все равно в итоге, пусть и бухой какой-то мужик, но идет снимать, чтобы трахать. И если она захочет, у нее будет секс. То есть это вообще забей нахуй на любую, блядь. Буквально, блядь, на любую. Это полный пиздец. Я в этот момент чувствую себя, знаете, ЧСВ нахуй такой, таким. Потому что я такой, нет, блядь. Антина и правда был фаворитом. Гомосексуализм и все такое. А ты шаришь, блядь. Да я сразу по нему вижу, ребята. Знаете, сколько на меня геев смотрели, пока я тут потусил, походил. Это просто пиздец, блядь, серьезно. Поэтому забейте, блядь. С геями я уже нашел контакт. Я уже как бы это, блядь. Не, ну кстати, без шуток. Вот и это сейчас я не в прикол говорю. На полном серьезе, блядь. На полном серьезе. Это как бы это. Как бы такое, блядь. Так что да. Его Аполлон трахал, супер. Ты на 6-м месте по сабам из русских стримеров? Да ладно, все настолько плохо? Ни у одного меня? Ха-ха-ха! А, блядь! Мари Тюдор, бля, ну конечно польстили ей, пиздец. Здесь она намного лучше выглядит, блядь, ну это хуйня какая-то. Типа если выбирать слева или справа, я выберу правую, блядь. Ну потому что левая это вообще пиздец. А здесь нормальная девка такая, ну как такая, миленькая, домашняя, как жена такая, знаете, домашняя. Типа приходишь, она тебя с улыбкой встречает, целует и готовит тебе вкусную еду, блядь, заебись. Вот, Джордж Вашингтон. Ну, кстати говоря, не так плохо. Ну, типа не похож, но не так плохо. Хотя, ну да, сильно не похож, особенно вот эта часть. Ну не прям говно, не прям говно, конечно. Не прям говно. Ну, вообще нормально. Вот эта часть нормальная. Вот эта часть на самом деле нормальная. Вот взгляд здесь, конечно, немножко по-другому, но в целом... В целом сойдет. Ну, если делать на прическу скидочку, то окей. Опять жирные, блядь. Так они и толстые люди всегда были. Ебать, чувак, ты что думаешь, они только сейчас появились, блядь, с появлением Макдональдса и Бургер Кинга? Хотя на самом деле Макдак и Бургер Кинг здесь вообще ни при чем, так-то по факту вообще еда ни при чем. Притом человеческое нарушение культуры питания, вот что, вот в чем проблема. Проблема не в том, что появились вкусные какие-то штуки, блядь. Проблема в ебаных людях, которые не знают меры. А так-то на самом деле из еды даже вредные, ты можешь есть что угодно. Вообще. Ну, не знаю, как это говно называется, но очень оно страшное. Это про меня, видимо. Вот, так-то можно вообще что угодно хавать. Из именно еды, блядь. Из еды, да, не из говна, который валяется на асфальте. Вот, главное просто знать меру. Ля, Бетховен на Паттисона похож? Ну, да, кстати. Спасибо большое, я фашист. О, блядь! Ха, сука. Уёбок ебаный, ну ладно. Бля, видите, я еще читал такой Яфа. Я такой думаю, что за, блядь, никнейм объебанный? Нахуй так его писать? Типа такой Я.
Ты фашист? Нет, я не фашист, ребят. Я осуждаю фашизм и никак его не разделяю. И все его идеи и все остальное нужно искоренить из цивилизованного общества, я считаю. А, окей, ладно, поехали, Бетховен. Ну, Бетховен реально на Паттинсона похож. Уже не отвертишься. Какой же ты сегодня красивый, Сергей. Думаешь? Бля, мне кажется, я всегда такой, не? Яша и Лава. Да-да-да-да-да, Яша Лава, блядь. Мне кажется, я всегда красивый, блядь. И, ребят, вы уже на самом деле, я уже знаю, что я симпатичный, я уже знаю, я уже все, блядь, все, ребят, тёлки табунами просто. Я стоял просто, блядь, в ИРЛ, то есть они видели, как я выгляжу там, как я... Так что, понимаете, все, блядь, уже проверено, нахуй, девки, блядь, только так, блядь. Только так, блядь, вешаются. Нихуя просто не делаю, блядь. Только так и вешаются, блядь. Полапать, пососаться, потрах, все сами хотят. Ну, я, естественно, ничего не делаю, потому что я достоин лучшего, блядь. Я ищу не просто красивую, ребята. Я ищу хорошую девушку. Хорошую, блядь, достойную. С высокоразвитыми моральными и нравственными ценностями. Кстати говоря, это правда. Вот серьезно. Бля, вы знаете, насколько я ищу такого человека? Ну, как не ищу, типа, вот, я могу спокойно, не знаю, блядь, если я буду 100% уверен там, и у нее будут какие-то ебанутые принципы, например, я вполне могу на них пойти, например, там, не трахаться 2 месяца, там, 3, а как-то вот, да, вот, общаться там, что-то делать там, я изи вообще, изи на самом деле, если я буду знать, что она окей, то это... Если будет прям идеальнейший мужик, попробуешь с ним. Бля, вы знаете, касательно мужиков, я бы хотел стать геем. Бля, это ебать очень странно звучит. Но я бы хотел стать геем, и я объясню почему. Потому что мне кажется, что идеальная девушка, это для меня, это вовсе не девушка. Потому что те вещи, о которых я говорю, мне кажется, их проще найти среди геев. Вот серьезно. И как хуёво, что вот так вышло, что меня мужчины, к сожалению, физиологически абсолютно не привлекают. Это просто трэш, понимаете? Я ментальный гей, но вот... Вот я, ну, но вот, например, испытать какого-то наслаждения от мужского там тела или мужской сексуальности я не способен. Я абсолютно, блядь, нет. Ну, то есть, меня это абсолютно не привлекает. Ах, это полный трэш. Типа, почему? За что, Бог? Бог! За что? Мужчина для души, женщина для тела. Лол. Слушай, ну... Да. Рекомендую микрофон. Я люблю хуй. Блин. Завали хлебала, ведьма. Пока его кто другой не за... Спасибо, coming out. Очень-очень смешно. О, какой-то микрофон, марка незнакомая, пиздец. Я люблю хуй, это кто производит его? Что за бренд? SteelSeries? Могу тебе скинуть туториал, как стать трапом. Реально не шутка. Блин, чувак, я не хочу становиться трапом. Ну ты и лох. Не ты, а, бог, ну ладно. Да бля. Ну ты и лох. Я случайно запустил второй раз, я реально лох. Я реально лох. Я только что случайно запустил второй раз донат и еще раз услышал, что я лох. А я запустил его случайно, хотел наоборот скип, ну короче. Ну я лох, походу, по факту уже. Походу реально лох-то, а. Бог-то не врал. А до свадьбы подождешь, если у девушек будет такой загон? До свадьбы. Блин, знаете, я не хочу говорить. Не хочу говорить прям, что нет 100%, но смотрите, какая хуйня. Вот, блядь, ну. Знаете, в чем опасность этой штуки? Что мы можем расстаться до того, как будет свадьба. Вообще будет тяжело. Скажу так. Если она будет готова сосать. Ну. То тогда да, типа в целом, я могу
Давайте так скажу. Подожди, давайте так скажу. Давайте так скажу. Давайте так скажу. Вот сейчас на полном серьезе. Для вас, может, это прозвучит жестко, но я на полном серьезе. Если каким-то абсолютно мистическим, невероятным, магическим образом в моей жизни появляется девушка, которая... Секунду. Вот, значит, и она при этом охуенная. То есть, смотрите, мы с ней начинаем общаться, она... охуенно выглядит, то есть для меня просто, блядь, охуенная. При этом она высокоморальная и нравственная, знаете, не флиртует ни с кем, блядь, не шароёбится где-то. Если общается там с мальчиками, то общается просто как с бесполыми существами, то есть, ну, просто женщина, которая верна тебе не только телом, но и душой, то есть у нее есть мужчина, и она вот для тебя, да? Вот, значит, и вот все такое, то в целом, на самом деле, и у нее, например, по каким-то, может быть, религиозным или каким-то другим культурным особенностям или принципам, она реально, например, не будет заниматься сексом до свадьбы, то просто мы пойдем в ЗАГС буквально через неделю. Да нет, ладно, то на самом деле... Да-да-да-да. Не, на самом деле, я в целом, блять, это звучит жестко, но я в целом, наверное, был бы согласен, если бы она сосала. Это очень важный момент. Так вот, и я, короче, на самом деле был бы окей, не против. Серьезно, я был бы реально не против. Так что, почему нет? Если она за БС, почему нет? Если у нее будет закон только после пенсии. Но тут уж, извините, я боюсь, не доживу до пенсии. Мичеланджело. Я, бля, кстати, похож на самом деле. Нет, с ним не пойдет. Хочу высокоморальную, но чтоб сосала. А, ну да. Ведь сделать любимому человеку минет, это же ужасно. Это просто ужас. А если парень, упаси Господь, сделает девушке своей, которую любит, кунилингус, чтобы она просто получила наслаждение. Потому что это тоже просто, блядь, только миссионерская поза. Только, блядь, по четвергам в 22:30. Без резких движений и с каменными лицами. Без этих вот ваших, давай пожестче, блядь. Ужас просто какой-то. При затушенном свете. Ну, так-то без света трахаться на самом деле прикольнее. Не знаю. Ну, не прям в кромешной темноте, но когда немножко такой более уединенная атмосфера, что ли, блядь. Поэтому блонд... Кто там это написал? Ту хуйню, блядь, реально высрал. Высокоморальную, блядь. Серьезно, если для кого-то высокая мораль, она, значит, строится на том, что, типа, ты не сосешь хуй, блядь, своему любимому мужчине, то, скорее всего, ты еще та шлюха, блядь. Потому что мораль высокоморальная строится не в этом. И выражается, на самом деле, не в этом. Она не по району бегает хуй сосать, а своему любимому мужчине. Так что, да. Делать с такой логикой, блядь, далеко не уедешь. Звучит как соцреклама. Си хуй своему любимому мужчину, будь высокоморальный, будь сильный. А ты в отношениях девушки приятно делаешь, многие не делают, потому что фу, я лох. Блять, у меня вообще нет с этим проблем. Наоборот, блять, я тот еще пиздолист, блять, на полном серьезе. У меня даже более того, у меня есть ебанутый принцип, из-за которого я себя чувствую дискомфортно. Я сначала доставляю оргазм девушке, а только потом себе. То есть, не знаю, так типа пиздать ей прикольнее. Просто учитывая то, что девушки кончают только от клитора,
и проникновение они не кончают из-за самого факта проникновения. То есть, если девушка и кончит из-за проникновения, то только потому, что, блядь, вы как-то стимулировали ей клитор сопутствующий. То есть, поэтому легче просто ее довести до оргазма и так далее. Вот. Поэтому я тот еще, на самом деле, пиздолиз на полном серьезе. То есть, для меня это вообще не проблема. Абсолютно, блядь. Поэтому там один, два, можно даже три оргазма, как-то вообще не проблема. То есть, уже обкатано, поэтому... Поэтому да, я в этом плане скажу так. Если я выбираю человека, то я к нему настолько расположен, что я хочу максимально, чтобы ему было охуенно, хорошо. Не только со мной в жизни, но и в постели. Вот, то есть я всегда на самом деле на эту тему переживаю. То есть как-то вот, да. То есть я постоянно что-то спрашиваю, например, у девушки там. Даже если, например, бывает такое, например, что какие-то все ленивые, и даже в этом случае я всегда спрашиваю, там, ты точно там не хочешь, там как-то кончить еще что-то и так далее. Ну, то есть, как бы я все равно максимально хочу, чтобы человек ушел в суперкомфорте. Вот, да. Ну, короче, как так. У меня никаких предпочтений, кстати говоря, нет. Мне просто нужна, ну, девушка, которая мне будет нравиться внешне. Вот, ну, для меня это получается красиво, в моем понимании. И просто, которая будет верна мне телом и душой. В целом, все. На самом деле, мне не нужно, чтобы она готовила. Вообще нихуя не надо. Она может не готовить даже. Вообще поебать, блядь. В целом, все. То есть, я в целом готов с человеком познавать мир. То есть, даже если у нее какой-то маленький опыт, и ей... например, по сути, нечем со мной поделиться, да, то, ну, она охуенная, я готов вкладывать ресурсы и себя для того, чтобы вместе с ней получать какой-то опыт или делиться своим опытом с ней и смотреть на ее, соответственно, реакцию на это. Ну, как-то так. Ну, короче, типа, я в этом плане максимально лайтовый. Молодой Геркулес, блядь. Ну, он такой себе, конечно, был. Пиздец, такой, как будто бы в падике встретил, а он тебя мобилу просит позвонить. Какой же ты охуенный мужик, возьми меня. Не, на самом деле, мне кажется, я парень хороший, вправду. Вот как человек я, ну, типа, я хороший парень, мне кажется. Серьезно, ну я как бы не вижу в себе вот именно с человеческой точки зрения прям каких-то глобальных минусов. Там у меня есть какие-то, может быть, ну там, закидоны, так скажем, вот они связаны больше с настроением немножко, но в целом я типа, блядь, это, ну, да, мне кажется, я хороший парень. Блять. Не, ну в целом нормально. Ну, похож. Как твое настроение на данный момент? Да, честно говоря, пограничное, я это называю. Настроение пограничного формата. Пограничного. Ну, слева на самом деле Булбир, на самом деле слева хуже выглядит, чем справа. Справа получше. Когда стрим со Стасом и как просто, блять. Да не знаю. Чё-то пока не планировали. That's all for today. Ну, такое, блять. Вот мы весь видос посмотрели, честно говоря, дохуя говна какого-то. О, блять.